filled with windows, a garden, a bottle of warm beer. I see a pool of liquid tears, glimmering so sweet and mellow. I see a melting, wilting willow, a single book of forgotten wishes, drowned in barns with broken dishes. Уважаемая публика! Мы маленькая бродячая труппа актеров. Мы путешествуем по свету. А еще мы показываем спектакли. Для одних мы играем комедии. А для других трагедии. А для таких, как вы, мы показываем сказки. За дело, друзья, нас ждут. Кто знает, где мой грим? У тебя на лице. Итак, что будем ставить? Шекспир? Быть или не быть? Потом решим. Чехов, Чайка! Я Чайка-Чайка? Не верю. Ну и не надо. Придумал! А может, Золушку рванем? Та девушка, которой туфелька придется в пору и будет невестой принца! Это не мой размер. А ты пальчик подогни. Подогнула, все равно не налезает. Больно. Еще чуть-чуть. Потерпи. Что, не хочешь быть принцессой? Хочу. Рубик. Получилось. Больно. А принцессой? Не могу. Принцесса, спокойно, принцесса. Спокойно, спокойно. Теперь танцы. Что? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не могу! Все, принцесса из тебя не вышла. Извините, ваше высочество, но с женитьбой придется обождать. Ну разве это смешно? Так, 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 так. Придумал. А давайте про красную шапочку. Начинается! Надоело уже? Почему у тебя такие большие зубы? Почему у тебя такие большие руки? Почему у тебя такие большие уши? Здесь есть, есть, есть! Осторожно! Это непростая шапка. Да? А какая? Это шапка-невидимка. Что? Настоящая шапка-невидимка? Да? Не верю. А ты проверь, попробуй. А я у зала спрошу. Итак, проверяем эту шапчонку. Он говорит, что она волшебная?
но я не верю. Так, смотрите, вы меня видите? А так? А так? А так? Здорово! А я сейчас... Я сейчас кого-то напугаю. Ой. Отойди от света, не загораживай. Не поняла? Ты что, меня видишь? Ну, я не слепая. Обманул. Это обыкновенная шапка. Реквизит. Вот как жаль, что мы не умеем верить в чудеса. А, а что мы будем играть? А давайте, давайте у ребят спросим. Ребята, какие сказки вы любите и знаете? Скажите. Ну, кто-нибудь. Правильно, молодцы, здорово, столько сказок знаете. Ну, я даже не знаю, что выбрать. Придумала. У меня родилась идея. Ну-ка. Давайте мы с вами прямо сейчас придумаем сказку и сразу же сыграем ее. Мне нравится эта идея. А мне нет. Но ты даже не знаешь, про что сказка! А ты знаешь про что? Про нас! Про нас? Интересно! Интересно? Да кому про тебя интересно? Ты посмотри на себя. На кого ты похож? На кого? Артист называется. Пугало ты огородное. Вот ты кто. Я? Я пугало! А ты? А ты? Ты. Ты кошка. Драная. Я? Неужели я похожа на драную кошку? Еще как. А что же во мне кошачьего? Ну ты скажи. Мяу. Скажи. Мяу. Мяу! Браво. Вижу, роли вы уже распределили. Слушай, а ты кто? Да я вот. А истенок я. Это что, типа крылья, что ли? Крылья. Крутяк. Послушайте, с ролями мы разобрались, но где же вся эта история будет происходить, а? На берегу красивого озера. О, на берегу красивого озера. Здорово. Но у меня вопрос. Вот, а истенок на берегу озера, понятно. Кошка вроде бы тоже, там ведь птенцы, все такое. А вот пугало, он-то чего делает на берегу озера? Загорает, что ли? Кто, чего он там забыл вообще? Да не он забыли, не он забыл, а его забыли. Ну, там заброшенный же огород. Интересно, кто же это забросил огород? На берегу красивого озера. Так, сказка ведь получается. Так мы же и играем в сказку. Это что? Это хвост. Да разве это хвост?
Да. Облезлый какой-то. Какой уж есть, терпи. Злые вы. Никакого сострадания к партнеру. О, вот так. Ну что, надеюсь, все готовы? Зрители готовы? Артисты готовы? Свет! Музыка! Начали? Эй! Привет! Привет, эй! Все стоишь, несчастный? Стою. И зачем тебя здесь только поставили? Наверное, так надо. Надо? Кому надо? Вот раньше никого не ставили? Ой, а какой огород был. Каждый день приезжали ведь. То с колбасой, то с сосисками. А сейчас забыли, забросили огород. Никому ничего не нужно. Тихо. Да. Это что такое? Почему я ничего не вижу? Тут что, свет что ли выключили? Затемнение? Зачем ты надела на голову ведро? Ведро? Да. Так, стоп. А кто это со мной говорит? Это я, Пугало. Ты где, Пугало? Да я здесь. Ну, а вот я тут. Где? И ты здесь? А почему я тебя не вижу? Ну, у тебя же на голове ведро. Так зачем оно у меня на голове? Вот это вот я не знаю. Ведро. Действительно. Ну, хорошо, хоть чистое. Нет, все! Так дальше жить нельзя. Это вот все ты! Правильно сделали, что тебя здесь забыли. А скоро холода. Ветер. Ой, рогатка упала. Дождь. Вот оборвет тебе ветер все твои тряпочки. Размокнешь от дождя. Запустили! Забросили! Уходить надо. Куда? В город. Там чердаки, подвалы. А далеко отсюда этот город? А ты что спрашиваешь? Тоже, что ли, туда собрался? Мне интересно! Твое место, дорогой мой, здесь. Тебе здесь положено стоять. Потому что ты, Пугало, огородное, а не городское. Понял? Ой, это ж надо было так придумать. Пугало! А кого ты пугаешь? Пугало. Меня, что ли? Ой, мяу. Ой, боюсь, боюсь, боюсь. Уа. Да. Да его никто не боится. Если бы не я, на нем вороны бы до сих пор сидели.
и гнезда вели. А зачем ты их прогнала? Что ты сказал? Да если бы не я на твоей голове, они бы до сих пор сидели, да посмеивались. Блин, промазала. А мне с ними хорошо было и весело, а теперь грустно стало. А ты что же хочешь, чтоб тебе всегда весело было? Шустрая ты чучело, как я погляжу. Тебе, значит, веселье, радость, да? А грусть кому? Я тебя спрашиваю, грусть-то кому? Мне, что ли? Ты чё молчишь? Дерево бесполезное. Я думаю. Чего? Думает он. Да, думаю. Ой, мяу. Времена-то пошли. Чучело на палке и туда же думает. Ой, мяу. Тихо. Там опять скребутся. Мяу! Эх, какие здесь раньше мыши-то были. Толстые. Неповоротливые. А сейчас? Кожа до кости. А шныряют. Не угонишься. Эх, забыли. Забросили огород. Ну что за народ-то пошел? А может они вернутся? Как же, жди. А вот если бы они, кроме тебя, здесь еще что-нибудь посадили, тогда, может быть, приехали урожай собирать. А так? Что, им за тобой, что ли, приезжать? Ты что, фрукт? Или овощ какой? Нет, все, ухожу. В город? К озеру. Капкан ставить. Зачем? Капкан. А затем, что если уж я сама кого-нибудь не поймаю, то капкан-то уж точно кого-нибудь хлопнет. Вон там, у озера, много птиц собралось. А зачем они там собрались? Ой, теплые края готовятся. Птенцов летать учат. А птенцы-то подросли, стали вкусненькие. Надо поторопиться, а то скоро улетят. Куда? Тоже в город? Что ты заладил? Город, город. Ой, в теплые края. Ой, ой-ой-ой. Вот вы завтракали, да? Обедали, ужинали? А я уже 2 дня ничего не ела. О, пока несчастный. Я не верю тебе. Слышишь? Меня не забыли, за мной придут. За мной обязательно придут. И раз. Еще. И раз. Так. Разбежались-ка. И ой, раз. Ты кто? Я пугало. А я? Я, знаешь, я истенок. Я учусь летать. Но вот у меня ничего не получается. Ой. А ты умеешь летать? Нет. Почему? Я же не птица, я пугало.
А что ты здесь делаешь? Меня поставили здесь, чтобы... Я пугал птиц. Пугал птиц? А зачем? Ну, потому что здесь огород. Огород. Ага. Так вот он, значит, какой огород. Мне мама рассказывала, что бывает огород. Ну, только здесь еще пока ничего не посадили. Только меня поставили. Вот. А как ты пугаешь птиц? Покажи. Да, ну так. Вот. Ой, и совсем ни капельки не страшно? А меня никто и не боится, поэтому про меня забыли. А скоро зима придет. Зимой будет холодно. Мама говорит, что если я не научусь летать, стая улетит без меня. Я останусь здесь одна и замерзну от холода. Ты обязательно должна научиться летать! Ты знаешь, я иногда даже начинаю бояться. А вдруг я вообще никогда не научусь летать? Ну и что? Ну и бойся, а все равно учись, и у тебя обязательно получится. Правда? Правда! А давай вместе учиться, а? Ну у меня нет крыльев. Нет крыльев? А-а. А это-то что? Ну это не крылья, это руки. О. Были бы у меня такие большие руки, я бы давно научилась летать. О, ну ты ведь птица! А я пугало. А ты знаешь? Ну и что? Мама говорит, что если прям сильно-сильно захочешь, то ты обязательно полетишь. Правда? Правда. Вот давай, хоти прям сильно-сильно, вот так. Давай, хоти сильнее, вот так. Никак, не могу. Почему? Ну, я глубоко врыт в землю. Крепко сидишь. Ну, я же говорил. Наверное, тебя надо расшатать. Ну, я тогда могу упасть. Ну и что? Я столько раз падала, и совсем ни капельки не больно. Да? Да. Ну, хорошо. Давай мне расшатывать. И раз. Ой. Давай еще раз. Еще. И. Ой, раз. Прости. Не получается? Не, никак. Наверное, тебе надо еще раз шатать. Давай может, еще раз попробуем. Может, не надо? И раз. Ой. Давай еще раз. И раз. Упала. Ты не ушиблась? Ты что? Что с тобой? Я хочу тебя расшатать! Ничего себе! И я хочу тебя расшатать! Вот. Получается? Да? Не, никак. Придумала. Тебя надо сначала, нет, да, сначала раскопать, потом
Прыгай, прыгай. Не могу. Раз, два, так, давай. И ты? Давай вот с той стороны еще. Полетишь. О-о-о. Ну, о-о-о. Давай. Давай. Оп. Оп. Лети. Ваши крылья. Давай, давай, давай. Давай, прыгай! Ого, смотри, получилось! Теперь давай еще раз! Маши крыльями, молодец, пугало! Вот так, вот так! Ого. Пугало! Ого. Ты видишь? Я лечу! Я лечу, пугало, ты видишь? Я вижу! У меня вижу, получилось! Щенок. Я научилась летать! Ура! Смотрите все! Молодец. Я научилась летать! Молодец, я лечу! Аистенок! Аистенок! Я к тебе вернусь, обязательно вернусь, только слетаю к маме! Стоп, драконы же и так крылатые. Невоспитанные нахалы! Я, может быть, погулять хотела у озера. Так нет же. Налетели, бросились. Да больно так. Ну, сказали бы вежливо. Извините, занята! Я бы и ушла, может быть. Чем это пахнет? О, перо! Не поняла? Что это с тобой? Чего тебе так перекособочило-то? Ну, тут было аистенок. Какой аистенок? Хороший. Понятно. И что он тут делал? Учился летать. Ну и как? Научился? Научился. И улетел. И улетел! Но он обещал вернуться. Так. Значит, пока я там у озера страдала, здесь какой-то аистенок летать учился? Это что ж получается? То есть мне у озера нельзя, а им здесь можно? И где справедливость? Что молчишь? Чучело несчастное. Ты почему его не поймал? Зачем? А затем, чучело, что вот уйду я отсюда, и останешься ты тут один, и засохнешь от скуки. А ко мне истенок влетит, он обещал. Как же, жди. В теплое место он полетит, а не к тебе. Неправда. Он прилетит, он обещал, а ты можешь уходить в свой город. Я не хочу с тобой разговаривать. Какие мы обидчивые. Подумаешь. Слушай, а чего тебе так перекосило-то, а? Не скажу. Ну и не надо. Подумаешь. Да. Да. Вот дунет ветер посильнее, и грохнешься ты на землю. Ой, что будет? Что? А то сейчас ты стоишь,
а будешь лежать. А я летать научусь. Ты? Летать? Да. О, на чем? А главное, сильно-сильно захотеть. Ой, мяу. А лисенок вот тоже не умел сначала летать, а потом раз и научился. Несчастный ты мой. Он же птица. А ты? Ой, как же ты не понимаешь, пугало. Такие, как ты, пугалы, не летают. Небо для птиц, а для нас с тобой земля. Вот мне лично никакого неба не надо. Я вот серьезно говорю. Вот представь, вот с такой высоты так грохнуться. Так что не советую я тебе больше прыгать. Почему? Ой, потому. А то ведь так взлетишь, что больше не поднимешься. Эх ты, темнота. Ой. Выходит, что я никогда не научусь летать. Да тебе и не нужно летать. Вот смотри, как на земле хорошо. Цветочки, травка зелененькая, красота. Слушай, а ты Аистенку своему про меня не рассказывал? Я не успел. Молодец, 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 правильно сделал. Раньше времени не надо. А хочешь своему Аистенку сюрприз сделать? Сюрприз? Да. А что такое сюрприз? Ну, сюрприз. Сюрприз — это когда так пум-пум-пум, приятно. Подарок такой неожиданный, ой, мяу, приятно. Приятно? Хочу. Вот ты знаешь, что Аистенок любит больше всего на свете? Нет, не знаю. А я? Я знаю! Молоко! Молоко. Вот смотри. Аистенок прилетит. Ты ему скажешь: Аистенок, закрой глаза и не подглядывай. Он закроет глаза и пусть так постоит. А я в это время тихонько выйду. Я не хочу, чтобы ты ее поймала. Да и я не хочу его ловить. С чего ты взял? Я тихонько выйду, поставлю миску с молоком и спрячусь. А ты скажешь: Аистенок, открой глаза. Он откроет глаза и так обрадуется, мяу, ой, как он обрадуется. А ты меня не обманываешь? Я? Никогда. Ведь мы же с тобой друзья. Друзья или нет? Я не знаю. А я знаю, друзья. А друзья никогда не обманывают. А если ты мне не веришь, то я обижусь. Ты хочешь меня обидеть? Не хочу. Ну вот и договорились, теперь я вижу, что ты, пугало, настоящий друг. А ты? Что я? Ты настоящий друг? Конечно! Я ведь не забываю про себя, навещаю всегда. А зачем ты дразнишь меня всегда, смеешься надо мной? Это все мои нервы. Ты прости меня, я ведь... хорошее. Но ведь мне неприятно. Я больше не буду. Даю тебе честное кошачье слово. Прости, ты
самый добросовестный сторож, которого я когда-либо видела. С тех пор, как тебя здесь поставили, ты ни разу не отлучился от своего поста. О, пугало! Это же подвиг! Ты герой! Ура! Все пугалы – герои, а все герои – пугалы! Ну что, прощаешь? Ой, прощаю. Ну вот и договорились. Теперь осталось подождать. Ну-ка, смотри, ты ведь повыше не летит там никто. Не летит. Ты знаешь, мне кажется, сегодня уже вообще никто не прилетит. Жалко. Жалко. Пугало! Аистенок! Пугало, это я, Аистенок! Аистенок, Аистенок! Зови сюда, скажи, сюрприз есть? Привет! Привет, привет! Осторожно. Я еще пока что плохо приземляюсь. Я прилетела, чтобы пожелать тебе спокойной ночи. Спасибо тебе, Аистенок! Ты так здорово летаешь! Правда? Правда! Я целый день летала и вообще нисколечки не устала! Молодец! А ты еще не научился летать? Нет. Жалко. Но ты ведь научишься, правда? А мы улетаем завтра. Куда? В теплые края. Уже завтра? Так скоро. Жалко, что ты не умеешь летать. А то полетел бы вместе с нами. Мама говорит, что там никогда не бывает зимы. И туда слетаются много-много птиц отовсюду. И они рассказывают про свои края. Где они родились, где научились летать. И я буду рассказывать про наше небо, да? Про наше озеро, вот. Потом про этот огород. И про тебя, пугало. Про меня? А зачем про меня? Разве это кому-нибудь интересно? Конечно, интересно. Ну, я же обыкновенное, бесполезное чучело, огородное пугало без огорода. Про меня забыли. Нет, это неправда. Ты полезный, ты нужный. Кому я нужный? Мне. Тебе? Да, мне. А зачем я тебе нужен? Нужен. Ты знаешь, я уже умею прыгать. Смотри. И раз. Ничего себе. И раз. Молодец, пугало. Может, когда я вернусь весной, мы с тобой вместе полетаем? Ведь это так здорово летать. Я так люблю летать. Подожди, Аистенок, ты не улетай пока. Мне будет грустно без тебя. Мне тоже. Но я не могу остаться. Там моя мама, моя стая. Я прилечу к тебе весной. Я обязательно прилечу к тебе весной, милый пугало. Ты прилетай побыстрее, ладно? Пугало! Сюрприз! Бестолочь! Сюрприз! Мне пора. Аистенок, подожди! Не улетай, я совсем забыл! Сюрприз! У меня для тебя сюрприз! Сюрприз? Ага. А что это такое? Ну, это когда приятно. Тебе будет приятно, ты обрадуешься. Обрадуюсь? Да, ну, только вот встань здесь сначала, закрой глаза и не шевелись. Так? Да. Это кот! А где молоко? Это кот! Где молоко? Ты обманула меня! Теперь без обмана не проживешь! А ну, стоять! Не трогай! Стоять, кому говорю! Не трогай ее!
Отпусти ее сейчас же! Отпусти меня! Как же больно! Ира! Два дня на голоде пойти! Ира! Пойдем за мной! Отпусти! Ира! Кошмар! Ужас! Конец света! Чучело выходит! Боже мой! Куда катится мир? А? Это плохой сюрприз! Ты хотел, чтобы он меня съел! Прощай! Прости, Лисенок, я не хотел! Не улетай! Вот это мяу! Ну ты меня и напугал. Всякое видела, ну такое. Ух, кошмар. Ну, птицы полетели? Как полетели? Мы улетаем, улетаем, на юг, к солнцу, мы улетаем, улетаем. Подождите, птички, а как же мы без вас-то? Я не пущу! Я не пущу! В романс! Ну почему все хорошее так быстро кончается? Было лето. Было тепло. Чего развалился летчик-космонавт? Допрыгался? Зачем ты меня обманула? Теперь он никогда ко мне не прилетит. А ты как хотел? Им? Им значит все? А нам ничего, что ли? Ой. Он тебе точно не прилетит. Ты вон, смотри, встать не можешь. А он куры-куры в свои теплые края. А я ведь тебе говорила... Не прыгай, не скачи козлом, рухнешь. Говорила? Молчишь. Ну и молчи. Никому ты не нужен. Раньше приезжали. Сосиски. Почему эти листья никак не упадут с деревьев? Теперь, блин, все, уйду я. Ты уходишь? Да. С тобой я точно не останусь больше. Послушай, а далеко, далеко отсюда теплые края? Отсюда не видно. А ты что, туда что ли собрался? А Истенок подумал, что я обманул ее. Я пойду за ней. Это же надо так придумать. Пугало в теплые края собрался. Нет, это без меня. Ой, как же трудно-то жить среди дураков. Прощай. Да блин. Семья моя, мой ориентир, маяк. Лодка крепка, карты точны, знаю от А до Я. Я постою на краю земли, соленым воздухом пьян. Солнце садится спокойно нам, где-то звучит гамелан. Мы бежали от зимы,
лета. Расскажу тебе, мой друг, об этом. Еле ногами касаясь воды, розовый по волнам. Ветер гуляет совсем один, сводит волну с ума. Видимо, ветер играет с ней, like fugitive on the run. Но никогда не отпустит с ним папа ее океан. Терзаемый ветром и дождем. Навстречу неведомому, борясь с обидой и болью. Согреваясь надеждой и верой. Скажи, он ведь не замерзнет, правда? Ну ты даешь, он же чучело. Ну и что? Ему же тоже ведь бывает больно. Вы не видели Аистенка? А вы не видели Аистенка? Страшно одному? Страшно. Да. В другом лес и никого. Смотрите. Снег пошел. Мягкий, пушистый. Он хоть и холодный, но не страшный. Можно ловить снежинки. А можно играть в снежки. А можно лепить снеговиков. Поняла? Я никогда не видел снега. Лови! Знает каждый снеговик. Нет, нет. Снеговик. Как здорово! Кидайте, кидайте. Лепят дети лишь на миг. Лепят дети лишь на миг. Привет! Привет! А ты откуда взялся тут? Я пришел! Пришел? Ага. А к кому? Ко мне? Ты пришел ко мне! Вот здорово! А то я это стою тут один. Это, меня давно уже тут слепили. Вот это весело было. Вот! А потом ушли, а я остался. Вот. А почему тебя с собой не взяли? Как же ты не понимаешь?
Ведь я же снеговик из снега. Меня в квартиру нельзя, я могу растаять. Понятно? Ого. Ой, а ты кто? Я! Я Пугало! Да? Ага. Пугало, Пугало. А что ты тут делаешь? Я иду. А куда ты идешь? Я иду искать Аистенка. Аистенка? Это твой друг? А у меня тоже есть друзья. Только они ко мне скоро должны прийти. Знаешь, как с ними весело? На лыжах кататься, это так называется. Вот, они скоро ко мне должны прийти. А ты, если хочешь, можешь со мной подождать. Давай это. Поиграем в прятки, давай? Ой, а я не умею. Ну, это же просто. Смотри, сначала ты прячешься, а я буду тебя искать. Ага. А потом я спрячусь, и ты будешь меня искать. Ну что? Здорово! А ты правда будешь меня искать? Конечно! Давай, прячься. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Пугало не видели? Нет. Нет. Он тут устает и не так же быть. Нету. Он тут еле. Его тут нет. Там? Где? Где? Здесь? Там? Его тут нет. Эй, Пугало! Ты где? Я здесь! Это... Зачем ты вышел? Я сам должен был тебя найти. Я понял. Это такая классная игра. Мне еще никто никогда не искал. Я сейчас. Нет. Птичка слетела, место сгорело. Теперь я буду прятаться, а ты меня ищи. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Никто не виноват, я иду искать. Где? Там нету. И там нету. Там. Ага. Нашел! Как здорово, что ты никуда не ушел! Это нечестно! Я еще раз прячусь. Подожди! Я не могу больше играть, мне надо идти. Почему? Куда? Ну, я же говорю, мне надо найти Аистенка. А, который твой друг? Ты очень хороший, ты очень замечательный. Спасибо тебе за все. Я пойду. Да, конечно, иди тут. Ко мне тоже скоро должны прийти. Так что ты не волнуйся, конечно, обо мне. Иди, конечно, если хочешь. А ты как же? Да если... Ко мне сейчас должны прийти. Сейчас со мной все будет хорошо. Чего? Ко мне скоро придут. А, ну хорошо. Прощай. Иди уже, давай. Подожди. Я обманул. Меня давно уже слепили. И никто больше ко мне не придет. Давай я с тобой пойду. А? Ты правда хочешь пойти со мной? Ага. Но там никогда не бывает зимы. Ты можешь там растаять. А я это вот. Я не дойду немножко? Ага. А ты потом друга найдешь?
А? И опять ко мне. Ага, давай. Пойдем. Пойдем. Ой. Подожди! Догоняй! Лови! Устал. Ты знаешь, мне теперь кажется, что мы никогда не найдем теплые края. А по-моему, мы уже пришли. Смотри, а где снег? Нету. А это что? Это трава! Ничего себе! Такая не белая. А солнце, чувствуешь, какое горячее. Ага. Это вот теплые края пришли. Точно. Так это значит и есть теплые края. Да? Подожди. Постой. Все хорошо. А со мной все хорошо. Гляди. Я знаю это место. Это ведь мой огород. А там, посмотри, видишь, вот там озеро. Без льда. Ага. Вот это да. Так значит, шли мы с тобой. Шли и пришли на твой огород? Ага. Это вот. Это да. Да, вот. Ты что? Что с тобой? Это солнце такое горящее. Таю я. Ты подожди. Ты куда? Ты как же это ты? Да. А помнишь, как мы с тобой в прятки играли? А потом теплые края искали. Да ты. Весело было. Спасибо тебе, пугало. За что? Ты это, друг настоящий. А Айсёнок тебе обязательно вернется. Подожди. Вот увидишь. Я вот растаю, и он вернется. Ты как? Это весна. Ты что, плачешь? Это вода. Прощай. Подожди! Какая ты стала красивой, какие у тебя крылья! Ты прости меня, Айсёнок. Я виноват перед тобой. Нет, это ты прости меня. Это все кошка. Она обманула меня. Я знаю, пугало. Мяу! 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 Ой, больно! 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 Спасите меня! Помогите мне! Больно! Ты что? Больно! Что с тобой? Больно! Что это со мной? Галлюцинации пошли. Бред. Да что с тобой случилось? Вы оба? Вместе? Что это со мной? Ой, 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 моя нога, сейчас отвалится моя больно. Да что с тобой случилось, объясни. Это капкан, больно, зимите у меня. У меня что-то на лапе. Помогите, это капкан. Что же он делает? Больно. Зимите у меня,
помогите мне, ну помогите. Надо снять его. Уже. Помочь ей надо. Помогите. А вдруг она опять нас обманывает? Нет, ей правда больно, видишь? Помогите мне. Ну помоги. Больно, больно вам подорвешь! Прости, прости. Больно, никакой помощи. Надо, наверное, в разные стороны тянуть. Ну-ка, ну-ка, помоги мне. Ой, больно, не могу больше. Вытаскивай лапу быстрее. Моя лапка. И как не стыдно ставить капканы на животных. А это разве, же бесчеловечно. Разве это не твой капкан? Мой? А? Мой капкан? Помнишь, ты его ставила в озеро прошлым летом? Я? Да. Никогда. Тот капкан я сломала. Да, сломала и сдала в металлолом. Да. Значит, я... Ошибся. Конечно, конечно, ошибся. Так это вы? Оба? Вместе? Да. Ну, этот, ну как же это? Я же столько гадостей сделала. Столько неприятностей. И вы меня спасли? Да разве такое бывает? Бывает. Нет, не бывает. Бывает. А вот и не верю. Ведь правда же не бывает так? Бывает. Бывает? Все, все. Стыдно. Не буду больше заниматься этим разбоем. Вот. С завтрашнего дня я начну перевоспитываться. А почему же не сегодня? Да. А сегодня? Сегодня у меня лапа болит. Да. А ты пугала. Где? Ой. Зимовал? В теплых краях, что ли? Может, ты и летать научился? Научился. Это совсем просто. Правда, Истенок? Конечно. Нужно только сильно захотеть. Разбежаться. Подпрыгнуть! Расправить крылья! И обязательно полетишь высоко-высоко! Мы летим, Истенок! Я меня забыли! О, получается! Получается! Ура! Получается! Как здорово летать, Истенок! Очень! Скорее, мы летели! Хорошая сказка получилась. Только жаль, что рано или поздно сказки заканчиваются. И наступает пора прощаться со зрителями. Но мы ведь еще встретимся, правда? Обязательно? До новых встреч!